груши в этот момент, даже на ровном месте. Это не мой сад. Я фотографировал, а он с этим самым одну уже спилил. Вначале он хотел, это уже обрубок. Вначале он спасал. Вот. Она у него погибла. У него полезла ветка. Она тоже погибла. Тогда он ее спилил. Я говорю, а спилил как? Я попросил за подлицо с землей хозяина. И он спилил за подлицо с землей. Я взял, она не растет. Она стоит. Поставлен для этого. Показать, что вот это место, самый низ, это есть корневая шейка, она сгнила. А вот это вторая его груша. Когда-то она была моя. Она почти не замульчирована. Но немножечко, видите, как я взял вот эту, руками отгреб траву. Почему я говорю, вот когда приехала ко мне с Минусинска, я сказал, что у нее две груши погибают. Первым делом говорю, отгребайте, отгребайте. Вы представляете, что делается-то? Но про это мы еще потом будем говорить. А сейчас я последнее скажу. Ну, вы понимаете, о чем мы будем говорить. Аня, вот это мертвое уже. Радоваться надо. Ну, как можно было вот это вот? Ведь научили же ее, ведь читала же она про это мульчирование. А это третье и последнее ее же. Самое наглядное. Она первая погибла. Вот это третья погибла, а там вторая погибла. Константинович, выручай. А что я сделаю, когда корневая шейка сгнила? И сейчас я вам еще покажу вот это. Вот, видите? Почему я еще исчезла? Я надеюсь, навсегда исчезла. А может быть, нет. Но вот так вот взять это сажень, дерево, ее, я уже пытался показать, вот так вот взять его опилками, засыпать и еще намочить, то есть это. А это все, а потом еще каким-то клеем замазать, чтобы наверняка погибло. И вот это вот на полном серьезе кандидат наук, который скажет, разбуди, говорит, ты садовод, он скажет, да. Как те говорили, вы на шикарное образование. Представляете, что он делает? 100% сгниет. Ведь люди не разберут, что это яблоня, она может год-два еще поплодоносить. Пусть вот это страшная вещь. А абрикос-то уже никогда. А груша никогда. Груша на ровном месте сгнивает. Понимаете? Груша сгнивает на ровном месте. Ее даже углублять не надо, она все равно пропадет. Они об этом не знают. Помните там, кто доктор наук? Посадка яблони, запятая груша. И вот это опять эта яма. Она еще вот так просядет. Там же видно было, как он садил. Она еще вот так просядет.